эти операции приносят только разрушение в основном. Ну, умирает народ, да, очень много. Русские русских убивают, считают. Ну, это разрушение, это убийство. Просто из-за того, чтобы американцам там лишний кусок чего-то досталось. Сложно ответить на этот вопрос. Я там, в общем, в принципе, не был. Вот. Освобождение. Освобождение вот от того, что у них там происходит последние кучу лет. Свобода на Донбассе. Свобода, но сейчас там действия опасны, эвакуация идет. Я сам туда еду через 3 дня. Как освободим, тогда будет свобода и безопасность, и люди смогут там жить. Как может хорошо себя повлиять любая война, операция, как ты назови это? Нету отопления, нету ресурсов никаких. Но живешь в страхе. Убыток много принесла, и несчастье, и горе, и что можно сказать-то? Это закрытый вопрос, здесь ответ, он очевиден. Про мирных жителей Украины мне искренне жаль, что все так произошло. И мне про жителей Донбасса, которых 8 лет бомбили, мне очень жаль. И отвечать опасно в нашей стране, не знаю, ну зачем это делать. Искренним быть достаточно сложно. Ну, как бы умные и понимающие люди все читают между строк и так. Ну, ничего хорошего. Если бы меня бомбили, то я бы не сказал, что это что-то положительное в моей жизни. Но Путин так хочет. Вот. И против Путина у вас нет приема. Так же, как и против Лома. О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего, я так думаю. И в дальнейшем также будет еще хуже, хуже и хуже. Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому. Никому она не принесла ничего хорошего пока. Да ничего она не принесла, любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.